Друзья, здравствуйте, меня зовут Настя, вы смотрите Кнакова онлайн. Жилье бывает разное, элитное, ветхое, муниципальное, холостяцкое, а бывает аварийное. Аварийное жилье города Конаково – вот тема нашего будущего сюжета. Дорогие подписчики, без вашей помощи никак не обойтись. Обязательно напишите в комментариях к этому видео, что вы думаете о вопросе аварийного жилья в городе Конаково. Мы обязательно все учтем и вместе с вами сделаем интересный сюжет. С вами была Настя, всем пока!